На высоте 1750 метров на южном склоне курорта Архыз начал функционировать сноупарк. Теперь для любителей экстрима появилось отличное место, где смогут проявить свои горнолыжные навыки новички и опытные сноубордисты и лыжники. О возможностях новой горнолыжной трассы. Алихан Лепшоков. Открытие сноупарка позволит любителям горнолыжного спорта преодолевать трамплины и получить массу удовольствий и экшена. Сноупарк протяженностью около 250 метров состоит из двух линий, которые включают в себя 16 фигур и трамплин разной категории сложности. Подняться на это место катания можно на кресельной канатной дороге «Спутник». Для его создания потребовалось не менее 10 тысяч кубических метров снега. Те, кто любит преодолевать препятствия на снежном склоне, могут попробовать прокачать свои навыки здесь, отмечают представители пресс-службы курорта Архыз. Сноупарк – это дополнительная возможность получить больше фана, больше адреналина и больше удовольствия, несомненно, при катании. Большинство наших гостей приезжают покататься на лыжах и сноубордах просто по подготовленным трассам, но в том числе есть более продвинутые райдеры, ну или, например, люди, которые совсем часто катаются на лыжах, им хочется улучшить свой уровень, попробовать что-то новое. И для этого как раз мы сделали здесь фигуры, трамплины, все для того, чтобы получать больше удовольствия от катания. Сейчас начали работать две линии сноупарка. Одна создана для начинающих, где установлены фигуры для катания поменьше, а другая более сложная с крутыми трамплинами. Здесь оттачивают свои навыки более профессиональные прорайдеры, совершая виртуозные трюки. Но очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы не получить травму. В целом, нам все нравится. Мы на самом деле очень давно ждали горнолыжный сноупарк на данном курорте. И сейчас мы очень довольны, рады, то есть будем дальше прогрессировать в своем направлении. И все в этом духе. Сделал первый проезд, ничего не понял, упал. Вот сейчас будем дальше тренироваться, привыкать к парку. Ну, куча эмоций положительные, заряжает на целый день. Вот, попрыгаешь маленько, разомнешься и идешь на работу. По словам тех, кто активно занимается горнолыжным спортом, очень важно кататься на сноупарке без рюкзаков, так как при падении можно получить сильную травму на позвоночник. Сноупарк работает с 8 утра до 4 часов вечера и ждет всех, кто любит экстремальное катание. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз.